Всем доброго дня. Ну вот, одновременно раскрылись две херикис. Одна беляночка, вторая розовенькая, росяночка, росиночка. Вот. У розовой цветочек поменьше по размеру, но она тоже такая же красивенькая, ни на что не смотря. Заглянем к ней под лепесточек. И вот беленькая. Она, конечно, ну, покрупнее. Вот. Сегодня как-то очень снимает, дергается телефон, не хочет показывать всю красоту. Вот. Вот этот цветочек побольше. Он такой крупненький. Вот. Этот поменьше. Но обе они очень хорошенькие. Растут, правда, не так быстро, как хотелось бы. Вот. Но растут. Надеюсь, что цвести будут подольше, потому что револьверное цветение... Оно как бы дольше, чем кистевидные целлогены цветут. Вот. Так что вот такие две губы у них, посмотрите, одинаковые практически. Воланчики. Темная губа коричневая. А вот расцветка, честно говоря, я даже и не знала, что такое бывает еще, как говорится, до тех пор, пока не зацвела беленькая. Потом только в интернете я нашла, что есть белая вариация, а есть розовая.